Пустые коридоры и учебные классы. Такую картину сегодня можно наблюдать практически во всех темиртауских школах. Из-за гололеда и бурана снова отменены занятия практически для всех учащихся. По словам специалистов отдела образования, такая мера необходима, чтобы избежать несчастных случаев. Мы отменяем занятия в соответствии с типовыми правилами отмены занятий в организации среднего образования. Это не нами придумано, это в целях сохранения безопасности детей. То есть вот в сегодняшний день, например, гололед, мы не можем допустить, чтобы дети упали или что-то себе сломали. Поэтому мы сегодня в целях безопасности детей отменили занятия. В этом учебном году в связи с непогодой школьники уже пропустили больше 10 дней. И многие родители обеспокоены тем, что теперь дети не смогут пройти необходимые темы и им придется учиться во время каникул. Но, как утверждают специалисты отдела образования, это исключено. Весь учебный материал будет скорректирован и пройден вовремя. Мы стараемся пройти программу, потому что если повторение идет, например, на один час, мы вместо этого повторения можем поставить именно ту тему, которая была пропущена именно в тот день, когда не было занятий. И при помощи корректировки учебных планов и календарных тематических планов мы можем наверстать ту программу, которую дети должны проходить. То есть мы от программы не отходим, мы должны по стандарту пройти все темы, и поэтому стараемся провести все темы. Хотя занятия в школах отменены, это не означает, что ученикам не нужно делать домашнее задание. Чтобы оно не копилось, они всегда могут связаться с учителем и передать свою работу на проверку через интернет. Александра Любимова, Сергей Баданин, новости Темиртау.